Привет! Привет, дружище! Вещаем вам из славного города Лигнано Сабьядоро. Лигнано. Что находится на побережье Адриатического моря в Италии. Да. А сегодня хотим с вами поделиться очередным номером в нашем аттракционе. Мы этот раз в отеле «Регина» и хотим вам немножко в целом описать этот отель. Вот он находится на центральной улице. Вот, как вы видите, вот это вот, это центральная улица, на которой, кстати, происходит вся туса. Вот в эту, получается, выходите из отеля, идете направо, и там вся тусовка. И по этой улице можно красиво, симпатично дойти до всех магазинов, до всех баров, ресторанов. Там вы можете отведать любых морепродуктов или любых продуктов на ваше желание, посетить любые магазины. Вот, и еще, погоди секундочку. Вот там вот видите, в квартале отсюда, вот этот желтый дом, за ним начинается следующий. Если повернуть налево, там находится обыкновенный продуктовый магазин, в котором можно купить. Шпар называется. Да, это Шпар. Доступные цены по... Например, воду, например, что-нибудь, что вы употребите на балкончике вечерком. Ну, мы не будем вдаваться в подробности. Также здесь, если идти по той улице, вот вы туда выйдете... До конца здания идти примерно, выходите на пляж. На пляж. То есть до пляжа, ну, максимум, очень медленно, 5 минут пешком. То есть все... Вот, все в доступности. А за этим зданием находится небольшой парк сосновый. Как вы видите, здесь сосны везде и вокруг. Там тоже находится парк. И в этом парке можно бесплатно припарковаться. Ура! Ну, это очень удобно. От отеля. Вам дадут карточку, вы пройдете через шлагбаум. Сами разберутся. Сами разберетесь. Да. Вот. Ну и все, наверное. Это все. То есть вам доступно в этом отеле что? У вас есть кондиционер из позитивного, у вас есть лежак на пляже, у вас есть доступность центральная улица. Центральной улице, где можно отобедать, прогуляться и все вместе. И также у вас есть хороший неподалеку магазин, где вы можете купить воды, которую можете попить в жаркий такой день. И парковка. Короче, от нас лайк и от вас лайк для нашего канала. Да. Ну а на сим... Не забывайте подписываться и ставить колокольчик, чтобы узнать наконец-то, когда же выйдет от нас новое видео. Если это было вам интересно, оставайтесь с нами, будет еще интереснее. А мы пошли. Пока-пока.